Здравствуйте, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз у нас для Овнов на 23-й год. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! 23-й год не принесет желаемой свободы, но однозначно станет успешным периодом. Овны вспомнят хорошо забытое прошлое, которое принесет новые победы и достижения. Повышенная активность позволит комфортно чувствовать себя во всех жизненных сферах. Любовь. Овны будут следовать девизу. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И будет у них достаточно знакомств и новых встреч, чтобы запутаться в избранниках. Могут на этой почве возникать конфликты, которые представители знака сами спровоцируют. Звезды советуют присмотреться к потенциальным партнерам и оценить серьезность их и ваших, конечно же, намерений. Здоровье. Большие нагрузки на работе отразятся на эмоциональном и психическом состоянии. Не следует овнам переутомляться, особенно это касается ситуации, когда решение проблем выходит из-под контроля. Тогда лучше просто отпустить проблему и через некоторое время попробовать найти другой способ ее решения. И остается у нас денежная сторона вопроса. В начале 23-го года может прийти уныние от финансового положения овнов, будут тяготить обязанности на работе и новая нагрузка, которые они окажутся совершенно не готовыми. Потребуется много работать, чтобы достичь результатов. Но во втором полугодии уже все начнет восстанавливаться. Появятся перспективы финансового роста, начатые проекты успешно разрешатся и завершатся. Вот, собственно, такой коротенький прогнозик. Спасибо вам за внимание, мои хорошие. Желаю вам отличных настроений. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.